Bonjour. Bonjour, bonjour, racontez de votre jour, de ton. Aujourd'hui, je vais avec mon ami à le parc. Au parc. Au parc. Oui. Je vais. Je vais à le parc. Et alors? Et alors, je vais à le parc. Non, je pas vais pas à le parc, je vais à rivière. OK. C'est tout, qu'est-ce que je fais? Так, мы начнем тогда. Так, ой. Японский уходит. Мы начнем тогда немножко с грамматики. Ухаю. Так, вот мы тут привычки изучали. Which one of these is Да, где у нас газета? Как называется газета? Le journal. Le journal. Oui. Je lis chaque soir. Надо найти одно слово или все? Надо перевести на русский язык. Je lis chaque soir. Я читаю каждый вечер. Ok. Et en français, je lis chaque soir. Je lis. Je lis chaque soir. Je lis ça chaque soir. Tu lis chaque jour? Да, это вопрос, поэтому вспомогательный глагол вначале. Chaque jour. Tu lis le journal? Да, и переведи. Так, нет, так не получится. Непонятно. Tu lis le journal. Après-midi? Да. Allez. Нет, просто tu lis le journal. А, просто я не слышу. Вопрос. А, не слышно, да? Сейчас я сделаю. Да. Tu lis le journal? Tu lis le journal? Tu lire le journal. Что она спрашивает? Ты читаешь газету? Mardi, mercredi. Mardi, mercredi. Я не думала, что Жуниор может вот таким вот голосом говорить. Mardi, mercredi. Mardi. Mardi, mercredi. Mardi. Mercredi. Tu lis souvent? Tu lis souvent? Oui. Tu lis souvent? You. Là, tout à fait, tu Read. penses? Do you read?
Souvent. А что это значит? Но переведи на русский. Souvent. А я не знаю, что это. Часто, часто. Часто. Souvent. Tu lis souvent? Tu lis souvent? Часто означает часто. Понятно. Un après-midi. Un après-midi. Après-midi, это на что? По-русски. Ну, миди это полдень, а на премиди. День. То есть все, что после полудня, это ля премиди. Ли. Ли. Что означает ли? Ли. Читать. Да, только не читать, а кто читает? Ли. Понятно. Ты читаешь? Тюли. Chaque après-midi. Chaque après-midi. Chaque après-midi. Каждый день. То есть каждое дневное время суток. Ой. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Mercredi. Mercredi. Он может говорить вот таким голосом? Ну, он хочет казаться взрослым. Понимаю. Да, зеленое растение как будет. Une plante Plante verte. verte. Plante это растение, ну, по аналогии с английским. Ну, verte, ты знаешь. Есть штат в Америке, Вермонт называется. Вермонт, зеленая гора. Вермонт. Je lis Вуко, souvent. хочу туда. Je lis souvent. Je lis souvent. Да. Ай. Да. Я Oui. что делаю? Souvent. Как? По-русски, как? Souvent. 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 Часто. Часто. Un Молодец. journal anglais. Un journal anglais. Un Какая journal. будет газета? Газета вот newspaper. То есть листочек с А, новостями называется газетой. новые бумаги. C'est un journal français. C'est un journal français. Ой, не получается стереть. Ой. Не обращайте на эти Ты красные строчки, я просто могу стереть. пока Спасибо.
Пожалуйста, переведи на русский язык. Это Да, журнал французский. это газета на французском. Да, французская газета. Да. Все правильно. Ой. Угу. Молодец. J'écris souvent. J'écris souvent. Угу, souvent. Придумай какое-нибудь предложение со словом часто, чтобы тебе его прям запомнить. Наверное, не знаю. Надо придумать. Ну что ты делаешь часто? Не часто. По-французски только. Ну, не обязательно ты, может быть, кто-то из твоих друзей, из родственников. Je parlais avec mon copain souvent. Да, это у нас день. То есть то, что после полудня у нас день. Да, вначале идет определенный артикль. Да, молодец. Le. А потом после полудня. А, не, все. Угу, после. А, да, après midi. Ляпхай миди. Midi. Молодец. Миди это полдень, а ляпхай миди это то, что после полудня. То есть После после полудня. 12, ну и примерно там до 6. Ну, может быть, даже меньше. До 4. Угу. Понедельник, вторник, среда. Lundi. 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 Mardi, Да, mercredi. день Марса. Mardi. День Меркурия. Mercredi. День Луны, день Марса, день Меркурия. Молодец. Вот как мы быстро справились с этим заданием. Да, молодец. А сейчас немножко грамматики, как я обещал. Да, дни недели. Ну, ты, наверное, знаешь, как произносится, да? Люди, марти, мерходи. Lundi, mardi, lundi, Jeudi. mercredi, Jeudi. jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Да. vendredi, samedi, dimanche, Да, jeudi это день Юпитера, vendredi vendredi. день Венеры, samedi день Сатурна, и dimanche это воскресенье Господне. Угу. C'est jeudi. Давай скажем, какой сегодня день. Роби мекреди. Да, c'est mercredi. А теперь Да, скажи, какое время суток? мекреди. Сизер. Угу. А, но, сет, oui. C'est le soir. Угу. Le soir. Après le dîner, то есть после Après обеда. le Угу. wow. Угу. И мы переходим к нашим любимым историям. Le nouveau professeur. Ура! Le Le nouveau nouveau professeur. professeur. Marc attend sa chef, Suzanne, devant son bureau. Marc attend le chef devant son bureau. Attends sa chef. Je vais lui dire que je ne veux plus travailler ici. Je vais lui dire que les ne veulent plus travailler ici. Travailler ici. Travailler. Marc se bat, il
said he wants to kid. А у меня вопрос, что значит это слово? Значит, покидать, оставить. Понятно. То есть уволиться, грубо говоря. Ой. Сейчас. По-французски ты знаешь слово «ките», вот это аналог английский. Знаешь слово «ките»? Нет. Ну, давай я напишу. Оно пишется просто. Добавляем окончание. Ой, у меня все жирненько. Если я вот так писать буду, видно будет? Да. Вот так пишется оно. Ките. Ките. Так. Вот так. Да, с двумя Т. Ой. Ой, сейчас. Ну, ты в тетрадочке правильно напишешь, а мы идем дальше. А, ой. Je suis un mauvais professeur. Je suis un mauvais professeur. Молодец. Прям тебе эту вторую Т подчеркни. Mes élèves me détestent. Mes élèves sont détestent. Только me détestent. Меня. Меня. Mes élèves me détestent. Да, это возвратный глагол. Se détester. Mes élèves. Difficile pour moi. Да, все это означает ненавидеть. Ненавидеть кого-то, соответственно, если меня будет, ненавидеть. Да. Ну, в принципе, можно и проспекать. Ну ладно, потом. Или... ну ладно, закончим вот эту тему. Да. И там... Il frappe à la porte. Il frappe la porte. Да, что он делает? Он стучится в дверь. Il frappe à la porte. Entrez, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Je dois vous parler. Je dois vous parler. Je suis... Так, он же преподаватель, насколько я понял. Да. Nouveau ici. Я здесь новенький. Если он новый ici. Et vous êtes un excellent professeur. Et vous avez un excellent professeur. Vos élèves vous aiment. Les élèves vous aiment. Ah oui? Ah oui? Oui, c'est difficile, je sais. Beaucoup oui, de professeurs difficile. Partout. Beaucoup de professeurs partout. Уходят, ну то есть рано сдаются, можно так перевести. Mais vous restez pour aider vos élèves. Mais vous restez pour aider vos élèves. А нет, тут в данном контексте означает уходят рано, уходят с работы, имеется в виду. Да, потому что сложно, ученики не слушают. Ой, ладно, это смеюсь. Так.
Ой. Да, вот, вот это, извиняюсь. Вот. Ой. А, все. Молодец. Il se sent important. Il se sent important. Что они чувствуют? Vos élèves ont besoin d'un professeur comme vous. Ваши ученики нуждаются в таком профессоре, как вы. Да. En français, s'il te plaît. Vos élèves ont besoin d'un professeur comme vous. Merci. Vous avez raison. Merci, vous avez raison. J'ai souvent l'impression d'être un mauvais professeur. J'ai souvent l'impression d'être un mauvais professeur. L'impression. Там L. У тебя тут закашено, не видно. Что он чувствует? Чувствует, что он плохой учитель. Je sais. Je sais. Vous le savez? Vous le savez? Oui, je vous ai entendu derrière la porte. Oui, je vous ai entendu derrière la porte. Да, вот это у Дуолинго, конечно, концы смешные. Так. Сейчас. Élève. Vous aimez. Vous. Pour. Il y a ça devant, et dans le chat pied. Devant. Suzanne est un mauvais nouveau professeur. Le nouveau professeur. Le nouveau professeur. Marc attend sa chef, Suzanne, devant son bureau. Marc et Suzanne. Et Suzanne. Marc attend le chef Suzanne devant son poste. Je veux dire à lui que je n'ai pas travaillé dans ce travail parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile pour moi. Mon élève déteste de moi. Me déteste. Me déteste de moi. Нет, me, это уже меня ненавидит. Me déteste. Me déteste. Il frappe à le... À la porte. À la porte. Bonjour. Entrez. Entrez, s'il te plaît. Entrez, s'il te plaît. Bonjour. Je veux dire que je veux pas.
Je veux dire que je... Что ты хочешь по-русски сказать? Что я покидаю работу. Je pars je pars mon travail. Ou je quitte mon travail. Je quitte mon travail. Mm-hmm. А дальше я что-то не очень помню. Ну, он сказал, что там не хочет, думает, что его ученики ненавидят. Je pense que, que le, le, mon Mais. Élève, mes élèves élèves détestent de moi. Me déteste, me déteste. Me déteste. Mm-hmm. Non, c'est pas vrai. Votre élève nous aime. Ah bon? Oui. Et le besoin de votre aide. De votre aide. De votre aide. Mm-hmm. Ah oui, mais je veux. Maintenant, je veux pas. Je veux travailler. Mm-hmm. Assez de travail. D'accord, merci. Mais je veux... Не, как сказать, я хотел оставить работу. Как это сказать? Я хотел. Je veux quitter mon travail. Je veux quitter mon travail. Je sais. Comment? Mais comment? Parce que j'ai attendu vous. À la porte. Mm-hmm. Ah oui. Derrière la porte. Derrière la porte. Mm-hmm. Ok. Так, а сейчас, ну, пока дорассказывай, если у тебя есть еще запас, это хорошо. Так. Нет, ла-ла-ла. Вот она. Так, пока нечего рассказать, но сейчас я тебе покажу табличку, которая важная. Угу. Вот такие вот интересные штуки тут есть. Вау. Да, а мы, я хочу тебе показать, вот, возвратное местоимение. Так, тут все? Да, тут все. То есть, у нас был глагол «je déteste» — «ненавидеть». «Je déteste». То есть, «je me déteste». «Déteste». «Tu te déteste». «Il tu... se déteste». «Il se déteste». «Elle se déteste». «Elle se déteste». Да, «on se déteste». «On se déteste». «Nous nous détestons». Mm. Nous détestons. Да. Vous vous détestez. Vous vous détestez. Да. Il se déteste. Il se déteste. Да. То же самое. Elle se déteste. Угу. Молодец. Тут самое главное запомнить, что меняется это. Видишь? Me, te, se. Тут все просто.
А тут просто повторяется местоимение. Ну, ну, ву, ву. Ну и иль так же, как иль. Так что тут все просто. Давай скажем, я умываю, скажи, мой друг, не мой друг, ну, мы умываемся. Mon ami se lève. Да, mon ami se lève. А мы с папой умываемся, допустим. Я с папой, мы умываемся. Je avec papa se lave. Да, se lave. Только не все, а ну. Два раза повторяем. То, что во множественном числе мы два раза повторяем. Соответственно, дублируем вот это местоимение. Ну, лавон. Ну, лавон. Ну, лавон. Да. А скажи, вы умываетесь? Все лав. Нет, ву тоже повторяем. Все настолько иль. В единственном и во множественном везде одинаково все. Иль, эль, все. Je me, tu, te. Je me, tu, te. Да, тут просто запомнить. Je, потому что moi на m начинается, поэтому me, tu, ну тут просто te. Il se, потому что soi, то есть себя, soi, поэтому se. И также ну, тут просто, очень все просто. Давай еще раз покажу. И ты прям можешь себе записать. Je me, tu, il se. Je me, tu, il se. On se, ну, on, это означает либо... Безличное умывается кто-то там, либо мы умываемся, но нет, тоже в единственном числе глагол. Угу. Ну, он можно пока не вспоминать, хотя он часто встречается, но как бы без него тоже можно обойтись. Да. Вот. Самое главное запомнить вот эти ну-ну, ву-ву. А остальное все логично. Je me tue. Угу. Молодец. Так, идем, возвращаемся дальше. Je vais lui dire que je ne veux plus travailler ici. Проблемы с машиной. Problème de voiture. Problème de voiture. А у меня заело. Угу. Это я не переключил. Сейчас я переключу. Повтори пока. Проблем de voiture. Проблем de voiture. De это когда много. De voiture. Там было проблем бы de voiture. Нет. De. Не de, а de. De это уже другой артикль будет. Вау! Вот так wow. Вот. Д. Угу. Эдди est dans la rue. Эдди est dans la rue. Il sort d'une voiture. Il sort d'une voiture. Да. Sortir требует после себя de. Sort de. Sortir de. Vikram marche dans la rue et voit Eddie. Vikram marche dans la rue. Идет по улице. Marche dans la rue. Tout va bien, Eddie? Tu as l'air inquiet. Tu vas bien, Eddie? Tu as l'air... Да, l'air в данном случае это настроение. Так это воздух переводится. Ну, по-английски ты знаешь air, воздух. Тут l'air,
То есть что-то воздушное, а что может быть воздушное? Самое воздушное у нас в настроении. Да, энке. Энке, это означает неспокойный, то есть беспокойный. Ты чем-то обеспокоен, можно так перевести. Или у тебя беспокойный вид, можно перевести. J'ai Salut, emprunté cette voiture à un ami, mais elle ne démarre pas. merci. Да, тут много слов. Можешь на них наводить J'ai и... emprunté cette voiture à un ami, mais elle ne démarre pas. Можешь наводить на... И, соответственно, он одолжил, и она не заводится. Да, я одолжил эту машину у друга, но она не заводится. Ну, я подскажу. Это действительно правда. Je peux t'aider. Non, ça va. Merci, Vikram. Non, ça va. Merci, Vikram. Mais je sais quel est le problème. Je sais quel était le problème. Да, mais je... Я не вижу, что у тебя тут начеркано. Mais je sais, il y a des problèmes. Vikram, je connais bien les voitures. Les crabes, je connais bien les voitures. Ok, tu as démarré la voiture. Ok, tu as démarré la voiture. Non, je n'entends pas le bruit du moteur. Non, je n'entends pas le bruit du moteur. Oui, c'est un chum. Oui. Eddie, c'est une voiture électrique. Ça ne fait pas de bruit. Dit, c'est une voiture électrique. Ça ne fait pas du bruit. Quoi? Quoi? Tu as démarré la voiture. Tu peux conduire maintenant. Tu as démarré la voiture, tu peux conduire maintenant. Eddie commence à conduire. Et tu commences à conduire. Он завел машину. Ой, вернее, ты завел машину. Ты можешь ехать. Et tu commences à conduire. Да, кондуир – это вот именно водить машину, управлять машиной. Не ехать в машине, как пассажир, а именно как водитель. Tu vois, c'est vraiment... C'est vraiment une voiture électrique. Une voiture électrique. Vikram, il y a un problème. Il y a un problème. Quel problème?
c'est le problème? Je crois que j'ai mis de l'essence dans la voiture. Что это значит? Я залил бензин в машину. Да, это больно. Да, можешь перевести. Кажется, я залил бензин в машину. Je crois que j'ai mis de l'essence dans la voiture. Да, j'ai mis, это класть, mettre. Mettre. Ой, нет. Нет, ну, в данном случае не обязательно бензин. Эссенс — это именно такая эссенция, то есть бензин или газ. А, ой. Сжиженный. Так, понял. Вахуи эссенс Вахуи эссенс дан энке. Дан. Essence inquiet. Bon, oui. Essence. Bon, oui. Choum. Oui. Et inquiet. Inquiet. Parfait. Vikram et Eddy. Vikram et Eddy. Эдди ва Викрам. Бонжур, Викрам. Кэски я. Же... Как будет одолжить? Эмпроте. Же эмпроте мон ватюр али мон ани, ма эль патрамай. То есть не заводится. Не демарх па. Не демарх. Montrez-moi ton voiture. Non, merci, Eddie. Mais je sais pourquoi c'est. Mais je connais le problème. Ah bon? Et quel est le problème? Quel est le problème? Je sais quel est le problème. Ah oui. Et quel le quel est le problème? Le problème est le problème. Le problème, c'est le... Какая она? Que ton voiture est électrique et elle n'a pas besoin et elle n'a pas de lait. Elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de... Du bruit. Elle ne fait pas bruit. Ni dire notre chemin. Elle ne fait pas bruit.
Je pense que j'ai mis les gaz. L'essence, l'essence. L'essence. Dans la voiture. Dans la voiture. Dans le Молодец. Молодец. Так, сейчас мы... Тебе, наверное, понравилась грамматика. Давай хотя бы небольшую маленькую тему пройдем и вернемся. У нас времени сегодня много, больше, чем обычно. Поэтому позволим себе А такую сколько? роскошь. Но на 15 минут больше, чем в прошлый раз-то мы ведь 15 минут не отзанимались. А. Да. Вот. Давай прямо с первой темы. Ты скажи, если не знаешь, то пройдем дальше. Это ты все знаешь, да? Вот как Да. произносится. Все знаешь, как произносится, да, буквы? Да. Хорошо, молодец. Да, эту грамматику. Определенный, неопределенный знаешь, чем отличается, да, частичный Да. артикль. Так, как изменяется женский и мужской род, тоже примерно знаешь, да? Ну, вроде да. Да, а множественное число как образуется, знаешь? Знаю. Хорошо. Да, Илья, тоже, наверное, знаешь, когда у Да. нас вопрос, Ятиль, Ятиль. Это надо тоже запомнить. Да. Исчисляемое, неисчисляемое тоже, наверное, знаешь. Вот это мы как раз сегодня изучали. Ж это я, мы это меня, а муа это мой. Понятно. Ну или я, когда, допустим, воля муа, вот и я. Валя, Да, ну давай на этом остановимся тогда. Je, me. Тут просто. Ты, toi. Тут тоже просто. toi. Да. Il, а вот тут вот надо запомнить. Il, le, lui, Le, lui. lui, это я Так. знаю. Знаешь, да? Lui, ему и его. Эль, ля. Да, тут тоже Луи. Просто Луи надо посередине было написать. И Эль. Да, я тоже долго не мог привыкнуть, что Луи это ему и ей. Но. Это и ему, и Да. Тут тоже просто ну-ну-ну-ну-ну. Ву-ву-ву-ву-ву. Тут не запутаешься. А, зато вот иль, эль, надо запомнить. Ле – это их. А лёх – это им. Им, им, да. Допустим, я говорю им. Je parle à лёх. Je parle là, alors. А «э» — это «их». «Их» в значении, когда «одних», «одни». То есть, спрашиваю. Вот. «Их». «Их». Это у нас, когда прямое дополнение. Прямое дополнение — это значит, допустим, работать... я веду «их». Веду кого? Их. А не прямое дополнение. Это когда я веду, допустим, я иду с кем-то. То есть через предлог. Не прямое дополнение, это через предлог. Я говорю с ним, допустим. Да, или с ней. Avec lui тоже будет. Да. Вот это, и вот это тоже давай тоже иногда
надобится, когда не хочешь говорить полностью, это моя шляпа, это так долго, можно сказать. Ля мьен, я ля мьен. Да, женский род, а если мужской, допустим, это мой, что там может быть, моя тетрадь. Ля мьен, ля мьен. Да, ля тьен. Когда мы хотим сказать одним словом, мой, твой, свой, их, свой, наш, ваш, их. Да, и то же самое во множественном числе. То есть мы добавляем просто s. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre. Les leurs. La mienne. Да, la mienne. Просто тут у нас добавляется двойная N, чтобы заглушить вот эту носовую гласную, мы ее выравниваем, становится она не носовая. La mienne. Ля мьенне. И она становится женского рода. Да, и то же самое ле мьенне. Меняется только артикль. Ну и, конечно, с окончания. Давай, расскажи про разные предметы. Чьи это предметы? Допустим, его, их, моё. Le mien. Да, le mien. Либо la mienne. Le mien chapeau. Le mien. Нет, мы говорим la mienne. Допустим, тебя спрашивают, это твоя шляпа? Ты говоришь la mienne. Le mien. А что это обозначает? Означает моя, твоя, его, наша. А. То есть, когда одним словом надо сказать. Ну, это два слова. Ну, по-русски это одним. Le sien, le notre, le votre, le leur. То есть, вот этот определенный артикль показывает, что это именно вот моя, а это показывает чья. La mienne, la tienne, la sienne. Да, давай ты скажешь, я взяла мою, ну не знаю, там шляпу или чего-нибудь, и, допустим, его. Стоп, а я тут, наверное, перепутала. Я думала, что тем это значит возьми. Нет, тен возьми, по-другому пишется вот так вот. Нет, тен там тян, там возьми будет с на конце. Да. Можно перепутать глагол тенир, брать. Давай скажем, я взяла твою книгу. Ну, не твою, а допустим. Je prends ton livre. Нет, je prends чью-нибудь книгу, допустим. Мон ливр или тон ливр, неважно чью книгу, а самое главное и твою, или и ее, и его. Je prends mon livre. Да, je prends mon cahier, допустим. Je prends. Да, и вашу, как сказать, и вашу. Et votre aussi. Et le vôtre. Да. Ну, давайте скопирую, ты еще дома повторишь.
Ой, у меня подбородка немного запухтывалась, извините. Ой, ой-ой. Так, у меня здесь идет. Так, чат. Ой, все. Ай, не дает мне в чат отправить. Ладно, я маме отправлю. Сейчас я прямо отправлю, чтобы потом не забыть. А ты пока придумай предложение вот с этими словами. Пока я маме отправляю. Да. Угу. Какое предложение придумала? Ну, давай это же предложение, только я взяла свою книгу и нашу. Его книгу и нашу. Либо так. А. Я взяла. Тут есть уже «Je prends». «Je prends». Да. Либо «Je prends». «Le livre». Да. «Je prends le livre». И его книгу. И его. А? Но тут твою надо изменить на его. «Le tien». Она сказать его. Не понимаю. Ну вот смотри, «Le tien» это твоя, а как вот его книга. Вернее, не его книга, а его. Вот смотри. «Je prendre sien livre». Да, le sien, вот смотри. Это у нас без... так, как переместить-то? Угу. Это у нас с каким-то словом меж mon livre. Это у нас будет mon. У нас будет ton. У нас будет son. Yeah. А если у нас, видишь, когда нет существительного, у нас будет... Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, и так далее. Понятно теперь? Да. Угу. Да, теперь скажи вот это предложение. Я взяла свою книгу и его. J'ai pris это вам. J'ai pris ton livre et mon livre. И его книгу, его. Et leur livre. Le leur это их книгу. Хорошо, пусть будет их книгу. Le leur. Угу. Его книгу будет «Le sien». Угу. «Le sien». Ну, еще дома поразбирайся. Если какие-то будут вопросы, задавай. Я маме отправил. Сейчас мы возвращаемся к Duolingo. Так. Все. Bonsoir. Une journée à la pêche.
une journée à la pêche. Видно? Une journée à la pêche. Laura pêche avec son papa. Laura pêche avec son papa. Je n'aime pas pêcher. Je n'aime pas pêcher. Pourquoi? Pourquoi? C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Ah, это скучно. Ennuyeux. Il fait chaud. Il fait chaud. Et je n'aime pas le poisson. Et je n'aime pas le poisson. J'allais pêcher avec ton grand-père. J'allais pêcher avec ton grand-père. Ah oui? Ah oui. Il était très différent quand il allait pêcher. Il était très différent quand il était le pêcheur. Allez, pêcher. Allez, pêcher. Да. Когда он рыбачит, он становится другим. Différent. Comment ça? Différent, comment ça? Il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup. Papy, mais il était très réservé. Mais il était très réservé. Il parlait de quoi? Il parle de quoi? О чем он говорит? De sa vie avant d'arriver en France. De sa vie. Vie avant d'arriver de France. Да, d'arriver en France. А жизни перед прибытием во Францию. Il était policier au Japon, tu sais? Il était le policier au Japon, tu sais. Mais il adorait chanter. Mais il adorait chanter. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Il adorait chanter. Chanter. Знаешь, что такое chanter? Да, петь. Это и есть петь, singing. Papa, tu m'invites à pêcher pour parler plus souvent avec moi? Papa, tu m'invites Viteuse à pêcher pour parler plus souvent avec moi. Oui. Oui. Tu habites dans une autre ville et... On ne parlait pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. Mais on peut parler sans aller pêcher. Mais on peut parler sans aller le pêcher. Aller pêcher. Ah, très bien. Ah, très bien. Parce que moi non plus, je n'aime pas pêcher. Не услышал. Parce que moi non plus, je n'aime pas pêcher. Je n'aime pas le pêcher. А что такое пêcher? Пêcher, это рыбачить. Пеша рыба. Пеша рыбачить.
Moi non plus. Hein? Bref. Comment ça? Un autre. Qu'est-ce Pour qu'il moi. est? Мы расскажем историю потом. Так. А что, имен-то нет, что ли? Окей. Папи. Ну, дай ей любое имя. Лора. Лёха, Лёха. Je n'aime pas pêcher. Pourquoi? Parce que c'est ennuyeuse. Ennuyeux. Ennuyeux. Но не совсем вообще запомнила историю. Ну, прочитай про себя и быстренько потом перескажешь слух. C'est très chaud. Ton papy est très différent comme il y a le péché. Quoi? Il allait pêcher. Il allait pêcher. OK. Pourquoi? Il est très grand comme il y a le péché, quoi? Dis à moi. Il Il est parle. aimé. Il parle beaucoup. Il parle au quoi? Oh, quelque chose. Il était policier au Il était le Japon. policier du japonais, tu sais? Non. Mais il aime le chanter. Il aime Tu peux chanter. dire à moi, как сказать больше? Plus. Plus. Pardon, mais dans le passé, on ne peut pas parler. Et il Mais nous, on peut parler dans le péché. Oui, tu as raison. Mais je n'aime pas le péché. Moi non plus. Moi non plus. Parfait. Au Parfait. revoir. Au revoir.